На одной из площадей нашего города недавно открылся большой и красивый магазин «Таганский». Здесь широкий ассортимент продуктов, нет больших очередей, хотя народу в любое время много. Извините, пожалуйста, можно вас побеспокоить? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы в каком районе живете в Москве? Я живу в Перовском районе. Часто пользуетесь вот этим магазином? Да, этим магазином очень часто пользуюсь, поскольку удобно. Здесь недалеко работаю. Ну и что вы можете сказать об освещении? Ну, что хочу сказать, магазин светлый, удобный, mm-hmm. и обслуживание такое быстрое. Попросишь всегда сделать побольше, поменьше, там, мясо, колбасу mm-hmm. или что-то. Ну и хочу сказать, очередей таких нет, как в других универсамах. Mm-hmm. Значит, нам все нравится. Хорошо. Нам нравится. Нравится. Я часто пользуюсь, поэтому... А часы работы магазина вас устраивают? Да, устраивают. Ну, конечно, можно, когда вы все-таки кто работает там даже, ну, тоже там в сфере обслуживания. Если бы попозже хотя бы на часочек, было бы еще. Спасибо. Таких магазинов в Ждановском районе немного. Вот магазин продуктов номер 15, в подсобных помещениях которого работать наша съемочная группа не смогла, так как с потолков идет дождь, а продукты хранятся в сырости и без света, включать электричество опасно.